Всем здорово, чуваки, с вами Джел, и сегодня со мной Дэн Грилл. Да, ребята, всем привет. И мы находимся в GTA с рубрикой «Битва воров». Итак, у нас есть 180 секунд, а то есть 3 минуты на что, чтобы найти машины, которые находятся где-то по кругу. Кстати, мы тут находимся в месте, где достаточно много парковок, так что у нас довольно большой шанс найти крутую тачку. И, в принципе, я предлагаю начинать засекать время и искать тачки. Кстати, да, я даже выберу лом, потому что у меня есть лом. То есть это одна попытка на то, чтобы вскрыть тачку какую-нибудь. И давай, дальше выбирай. Мы будем тюнинговать их уже и смотреть, у кого получится круче. Ну что, ты готов? Да, готов. Все, раз, два, три. Время пошло, и 180 секунд пошли. Я, кстати, буду прыгать прямо отсюда вам. Надеюсь, я отсюда не умру. Оп, сальтуха, почти сальтуху докрутил, слушай. Ничего себе, ты приземлился мягко. Я побегу, наверное, я вправо побегу. Ты со мной? Во, побежали в ту сторону. Смотри, в принципе, парковки где есть. Вон там есть парковка. А, отсюда я с крыши видел, там нет ничего нормального. Так, а да, ну я пробегу, все равно вдруг приехали, может поставили кто-то. Кстати, ребят, если что, у нас в сессии находится еще один человек, который может спавнить разные тачки. Но он, конечно, нам не говорит, где они. Он просто спавнит их разные тачки, которые просто так не могут заспавниться. То есть это может какой-нибудь монстр, там, лимузин, я не знаю. Блин, тут, например, ничего нет под мостом. Чтобы мы. Ну, было интереснее. Да, 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 чтобы было немного интересней. Слушай, я даже не знаю, где он. И в принципе, он должен был заспавнить, знаешь, чем? Что? Где-нибудь чего? Поблизости, но я пока поблизости вообще не вижу. А? Тем временем прошла я уже минута. Ничего себе. Слушай, а где тут парковки? Не знаю, посмотри, там должно быть. Вон я вижу парковку. Надо возле каких-нибудь. Возле магазинов может быть парковка. Вон есть. Возле магазина ну, есть тачка на стройку, одна. Я думаю, полезно я туда забежал, ну. Блин, тачка вообще фиговая, припаркованная, слушай. Пусто. У нас еще 1.5 минуты. Давай сюда. Возле автомойки тоже может быть что-нибудь. Возле автомойки вообще пусто. Чё поблизости есть еще? Магазин. А вон клуб есть поблизости. Обычно возле клуба может что-то заспавниться, слушай. Там же какие-нибудь мажоры приезжают. Мне кажись, повезло. Подожди, что это там? Я вижу что-то розовое. Подожди. Это. Я охренею, ой, я охренею, я охренел реально, и ты охренеешь, когда я приеду вот на этом, я нашел секретную тачку, мне повезло, я уж думал, я сегодня буду какую-нибудь спортивную тачку брать, блин, серьезно, подожди, я не знаю, а зачем, он, короче, все, время вышло, 2 минуты у меня на тачку ушло, сколько у тебя, я ты нашел тачку? Я нашел, я тебе скажу кое-что больше, у меня даже не совсем тачка, блин, подожди, а как... У меня даже какая-то тюнингованная она уже немного, слушай. Я давай. Нашел мотоцикл, нашел суперкарну. Я решил все-таки остановиться на этом. Я вообще ничего давай, такого не нашел. Блин, не, я перекрашивать эту тачку буду. Я пока тебе не буду говорить, что это. Это жесть, давай, просто лайк, обязательно лайк. Это какой-то, это походу какой-то, слушай, мажор у меня в клуб приехал, припарковался да, тут, да, а да, я да. Угнал его тачку. Короче, решил смотри. Оставить машину. Смотри, на чем я. Где ты? А где ты, кстати? Я уже это розовое вижу. Нифига тут это... диски на нем стоят, я только сейчас заметил, кстати. Что это жесть. Это такое у тебя? Здорово! У тебя тоже военная техника? Да. Слушай, сегодня, кстати, нормальные тачки такие заспавнились. Я думал, ты там похуже что-то найдешь. А я думал, ты на суперкаре каком-то приедешь. Ты знаешь, что говорит спорткар, я нашел какой-то мотик. Я видел суперкар, но я подумал, может, охренеть. Я это слушай, тебе даже может цвет оставить. Я себе точно тачку буду перекрашивать. Тачку. Танк вот этот да, перекрашивать. Ну, потому что так... я не хочу на таком розовом ездить. Ну чё, я предлагаю человек в тюнинг. Шутить над нами. Да-да-да. Сегодня какая-то жесткая вот битва воров будет. Но я предлагаю ехать в тюнинг и смотреть, что у нас получится, а дальше устроим гонки. Давай. Как на это смотришь? Садимся. Все, погнали, погнали. Я только за. Так, ну что ж, я уже нахожусь, так сказать, в самолете, потому что в самолете можно протюнинговать этот, блин, гламурный танк. Я не знаю, как, вот зачем его заспавнить-то? Я думал, сегодня будет какой-то спорткар или внедорожник, что-то типа того, но танк, это просто жесть. Ладно, обязательно первым делом надо перекрасить его, я вообще не хочу вот таким, с таким цветом ездить. Металлик, металлик, давайте выберем, какой есть. Ох, нифига, вот такой ярко, как будто золотой, ярко-оранжевый смотрится. Ну,
Ну как, какие цвета еще есть? Синий, кстати, тоже неплохо смотрится, очень прикольно. И, в принципе, сейчас можно все пролистать и посмотреть, какой будет самый крутой. Так, так, так. О, прям жестко ультрасиний, но он мне недоступен, очень жалко. В принципе, можно... Во, вот такой гоночный синий сделать, потому что, типа, гоночный танк будет гоночный синий. Так, мы, кстати, решили, что бюджет будет безлимитный, а также гонки у нас будут проходить, так как у нас такие более военные танки, ой, более военные транспорты выпали, то мы решили по дорогам не гонять, а какой-нибудь бездорожье выбрать. Поэтому обязательно надо сделать колеса такие, знаете, от внедорожника поставить. Это будет прям жестко, очень жестко. Колеса, вот они, колеса. Вездеход, вот вездеходные колеса, конечно, стандартные, потому что потом их можно будет покрасить. И можно сделать какие-нибудь с дисками, типа вот этих. Кстати, очень прикольный, но, блин, розовый цвет на них стоит тоже. Как вообще, кто, как, почему на них розовые колеса еще стоят? Это очень жестко. Цвет колес, конечно, делаем какой-нибудь такой сине-белый, кстати, можно попробовать белый. Ох, смотри, ультрамариновый. Ультрамарин, мне очень нравится цвет, так что я сделаю его. И шины, конечно. Ну-ка, улучшение шин. Пулестойкие стоят, кстати, ничего себе. И заказные покрышки тоже стоят. Мы их уберем, потому что это не спорт такой танк, а более для внедорожника. Но цвет у нас гоночный все равно стоит. Теперь можно прокачать. В принципе, броню мы не будем, так как мы на танке. Зачем броню прокачивать? Тормоза можно прокачать, конечно. Далее, двигатель на максимум. Кстати, двигатель нет. Я двигатель сделаю на уровень 3, потому что у Денгрилла тачка чуть помедленнее. Мы замерили немного скорость. И поэтому я сделаю вот уровень 3, чтобы не на максимум была. Вот такой небольшую фору дам его. Фары, конечно же, сделаю. Ксеноновые, кстати, стоят. Ничего, это реально какой-то мажор приехал в клуб и сделал такой танк себе, походу. Ладно, раскраска. Раскраска есть на него, ну-ка. Ух, нифига себе. Кстати, можно сделать что-нибудь прикольное. Вот такой, кстати, синий-белый прикольный цвет. Я сделаю вот такой вот себе современный пятицветный. Ничего себе, вот это название. Мины не буду, окраску не буду. Трансмиссию, ну-ка, гоночную, конечно, гоночную сделаю. Посмотрю, как это вообще влиять будет на это. И турбонаду. В принципе, все, оружие ставить не буду. Колеса сделали, стекла. Тонировка лимузин, просто замечательно. И можно, в принципе, выезжать и смотреть, что сделал Денгрилл. Потому что я очень хочу посмотреть на то, как он затюнил свою тачку. Не, ну мне танк очень нравится, я его даже себе оставлю, конечно же. Блин, очень крутой получился. А вот мы и встретились, здорово. Короче, здорово. Вот такие у нас мега такие махины получились. Давай я первый расскажу, что я сделал со своим танком. Конечно же, я избавился от того гламурного цвета розового. Потому что, блин, ну девчачий танк какой-то стоял, я не знаю. Может, на нем какая-то девка в клуб приехала, слушай. Покрасил его вот в такой. Да-да-да-да-да, диски поменял, колеса от внедорожника поставил, смотри какие. Чтоб по песку только так проехали, потому что ты немного читерская тачка тебе попалась с гусеницами, это считай тоже танк как бы. Кстати, реально тоже, смотри, танк. Побольше попроходимее. Ну да-да-да. Покрасил их такой ультрамарин, то есть такой ярко-голубой цвет. Сделал камуфляж, мне очень нравится вот такой цвет. Слушай, были бы на тачках такие цвета, я всегда такой делал. И, в принципе, для тебя, слушай, двигатель поставил уровня 3 вроде бы, чтоб ты чуть-чуть меня мог догонять. Ну-ка, давай расскажи о своей тачке. Ну, у тебя Black Edition какой-то. Да, я решил более подменный дело. Но я не стал тебе там улучшать жизнь, я себе, конечно же, прокачал. Ну и вот только вот эту пушку сделал себе покруче. Слушай, вообще обалденная пушка, ты только меня не уничтожай, ладно? Ну что ж, мы в принципе уже приготовились, кстати, начался дожик, но нам не страшно, у нас броневики. И чё, ты готов гонку начинать? Да. И посмотрим, выясним, кто быстрее из нас. Такой бернаут. Стой, куда поехал мы там? Все, погнали. Ой-ой-ой. Ой, стой, слушай. Слушай, кстати, ты недовольно так неплохо вырываешься, я думал, ты помедленнее будешь ехать. Они довольны на одном уровне. Так, по бездорожью. Правда, гонка немного показывает в другом направлении, но тут нам надо ехать только прямо. Слушай! Ты за своими гусеницами вырываешься вперед, ты посмотри. Так, я немного съеду с этого песка, потому что он у меня просто тормозит. Но у тебя на гусеницах, смотри, как ты едешь быстро. Охренеть! То есть по асфальту я тебе выигрывал, а вот ты меня по песку просто, я проигрываю тебе. Это читеры, читеры. Ты читер? Нет. Да. Слушай, я думал, я поставлю себе внедорожные колеса. Оно у меня вообще не едет. Ты прикинь? Это жесть, просто жесть. Как так-то? Ладно, ладно. Ничего, зато у меня, надеюсь, там лужи какие-нибудь будут или речки. Так, ты едешь там, да? Хорошо, хорошо. Я тут немного сокращаю. Ё-моё, засмотрелся. Конечно, конечно, засмотрелся. Так, так, а я, слушай,
А у нас же внедорожье, да? По внедорожью, да. Так что я поеду вот так вот. Ну давай, раз ты по внедорожью, так и поехали. Конечно, только у тебя тачка плавать не умеет по воде, а у меня умеет, не забывай это. Ну и что? Так, финиш, вон, вижу финиш, окей. Все. Главное, кстати, у нас сейчас не заагрятся, не будут нас стрелять, это военная база, военные. Ну да. Ну, чё, да, будут? Типа за своих. А, точно, точно, мы такие тоже на броневиках едем, так что все нормально, да. Скажем, чуваки, вы чё? Мы так, свои, мы тут тачки тестируем. Вообще не поворачивает. Да ты чё? Так ты едь прямо тогда, тут вроде и лужи нет таких жестких. Вот сейчас рискну и поеду прямо. Ничего себе! Слушай, надо было мне все-таки прокачивать на максимум свой танк. Блин, это жесть, это просто жесть. Сегодня, блин, кстати, это можно такую трассу использовать для внедорожников, как тебе? Жестко. Да-да-да, жестко-жестко. Блин, я не знаю, знаешь чё, ну-ка. Блин, а если... Ладно, не буду, я уже хотел считерить, по воде поехать, короче. Думал, может, быстрее да, будет. Мне кажется, ты медленнее поедешь. Ну, может быть, кстати, да. А может быть и нет. Так, 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 так. Вот, отлично. По мостику проехался. Блин, ты куда там втопил? Ну, это какие-то, знаешь, такие слоумошные гонки, очень медленные. Для старичков какие-то прям. Ну, блин, да. Жесть, я думал, кстати, тут будет побольше этот. Опять засмотрелся, что ли? Да, да, да. Даешь. О, я вижу место, где можно сократить. Там угол такой. Так, 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 так. Ты прям поехал прям четко по карте, да? Да, я вижу, ты Ой-ой-ой! Ну-ка, проеду, проеду. Я между двух березок проехал, короче. Это было очень эпично. Много проходимый, у меня неповоротливый. Ну, у тебя он зато по внедорожью, смотри, как на гусеницах едет. Просто прям летит. Ну, это просто гусеница, это плюс. Все. Слушай, я думал, у него скорость побольше будет у этого танка. Жесть, жесть, конечно. Мне кажется, он просто по... О, гроза какая началась. Ой-ой-ой, прям как будто я думал, что в тебя ударит. Аккуратно заходим по вот. Давай, 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 давай. Все, ты финишировал. Слушай, ну-ка, а поехали на ту сторону без моста? Слабо перебраться тебе? Вот на ту сторону. Ну, а ты, давай, например, задача второе испытание перебраться на ту сторону, не используя мост. Ну давай, смотри, я, например, могу взять вот так вот, хоп, такой, смотри, хоп, прыгнуть, и все, я-то плавать умею на моем танке, и все. А, ну ты, в принципе, все, 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 кое-кто сейчас утопит танк свой, да? Нет, нет, он едет. В смысле, ты как по воде проехал? Ну-ка, тебя столкнуть тогда обратно. Тихо, титан. Жесть, ладно, я поплыл, короче, поплыл на дно, потому что я проиграл, да? Все, я на дно, короче, пошел. А вот слабо на тот берег, вон на тот, вон туда. Сейчас, подожди, ну-ка попробуй. Оп, смотри, тут нормально так, этот, длина, только ты сейчас на дно сразу прыгнешь. Давай, давай, давай. Это испытание, испытание водой, короче, мы проходим, давай. Да, еще воду жди. Ну, давай, давай, ко мне. Давай. С разгона решил, да? У-у-у, все. Куда-то ты пропал. О, ничего себе. Ты нормальный, ты просто из воды вынырнул. Ты что, по дну проехал, что ли, серьезно? Кажись, да. Охренеть. Это вообще... Слушай, классный танк, ты просто исчезаешь в воде. Все. Все? Я так. Давай я тебя вытолкну. Не, все, вытолкну, кстати, не смогу тебя. Ну блин, это четко, четко. Твоя тачка довольно выиграла. Выиграла в этом. Ну, один плюс машины моей, то что она может по воде плавать. Ну что ж, вот такие гонки у нас получились, но вот таких довольно необычных транспортных средствах, да? Короче, я думаю, на этом пора заканчивать, так что подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Блин, ну, блин, лайк обязательно надо поставить за вот такие машины, комментарии тоже нужны. Ссылка на Тенгрила будет в описании, на меня ссылка будет тоже в описании. Так что, всем спасибо, всем пока. Всем пока, ребята.